Привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс, и сегодня у нас очередное новостное кратенькое видео об смартфоне Vivo V23. Это новинка 2023 года, друзья. Дабы не пропустить видео по данному смартфону, а конкретно о характеристиках его камеры и полный обзор этого смартфона, обязательно подпишитесь на канал, друзья. В скором времени выйдет обзор, поэтому не пропустите, вам гарантирую, будет очень интересно. Итак, для того чтобы проверить, собственно, пришло ли какое обновление, нам необходимо изначально подключенным быть, во-первых, к интернету, лучше к Wi-Fi сети. Смартфон должен быть заряжен не менее чем на 50%. Входим в настройки. Далее, друзья, у нас есть обновление системы. Находим вот эту вот запись обновления системы. Входим в нее. И что же мы здесь видим, друзья? А видим мы здесь следующее. Ну, во-первых, обновление весит аж 310 мегабайт, имеет вот такой порядковый номер. И что же здесь есть? Исправление уязвимости Google за июнь 2022 года для усиления защиты системы. Оптимизирована плавность работы способа ввода системы по умолчанию. Устранена проблема периодической перезагрузки системы и увеличена стабильность работы системы. Устанавливаем, естественно, сейчас это обновление. Друзья, напомню, что компания Vivo очень серьезно подходит к своим обновлениям. В данном случае еще по официальному заявлению компании улучшена видимость Always On Display, то есть отображение, и улучшена автономность аккумулятора. Поэтому, друзья, однозначно рекомендую, если вы являетесь владельцем данного смартфона, рекомендую устанавливать все обновления на данный смартфон. Я уверен, будет работать только лучше. Видите, как устанавливается весь процесс, все это есть. Сам устанавливаю, вам рекомендую. Друзья, кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал, делимся своим мнением в комментариях. В скором времени будет обзор фото и видео возможности данного смартфона. Честно говорю, смартфон может удивить, но есть нюансы, о которых я вам, естественно, расскажу в обзоре. Подпишитесь на канал, прожмите лайк, колокольчик под данным видео и напишите свой маленький комментарий. Ну а я, как обычно, на канале Технобар Плюс. Всех обнял.